Так, ну вот Сатурн, и вот он влезает у нас в Юпитер в кадр. Это у нас 22 декабря 2020 год, 17:07 по Киеву. Уже очень-очень близко у горизонта, совсем мутненько через все слои атмосферы. Смотрим на эту красоту. Слияние Сатурна и Юпитера. Вчера они были совсем рядышком, но вчера была облачность. Сегодня матушка природа нам улыбнулась. Вот, пожалуйста, два глаза чеширского кота от матушки природы. Там, правда, была улыбка, но у нас были глаза. Крайне редкое явление. Юпитер и Сатурн рядом на небосводе. 1 494 000 000 км до Сатурна и 888 000 000 км до Юпитера. От Земли, от нас сейчас. Но на небосводе они в одну линию стоят, и это потрясающе. Сейчас, наверное, поснимаю на другой фотоаппарат. Уже совсем мутненько. Увеличение особой роли не играет. Поэтому это у меня 125-кратный фотоаппарат. А сейчас я, наверное, поставлю 50-кратный. Просто чтобы... До Луны 398 000 км. Сегодня 22 декабря. Ой, мутненько. Уже замерз этот аппарат, конечно. Да, ну и ветерок нас сегодня пощадил. Спасибо вам большое. Хорошо. Предыдущие дубли сняты раньше, можно посмотреть здесь же. В смысле здесь же. Мы Максим Костенко канал. А то мы... Делиться этим видео не запрещено, ссылаться на меня совершенно не обязательно. Кому интересно, берите с канала все, что угодно. Делайте с ним, что хотите. Ни на какие авторские права я не претендую. Предыдущие дубли просто, чтобы нашли, если это смотрите не на канале ютубовском Максим Костенко, можете найти там. Вот они, наши лапочки. Да, предыдущий раз такое было 800 лет назад, следующий раз 60, в следующий раз через 60 лет. В общем, смотреть будете это без меня. 22 декабря 2020 год, Харьков. 50-я параллель северной широты, 17:11 по Киеву, Харькове.